смеется. Так как мы сегодня увидели то, что Изведель обучает более 2000 учеников, это большой успех. И этот человек – это смесь между Ужитарай и Распекалай. Для нас эти люди – это эталон успеха, потому что они обучают и дают образование молодому поколению и тем самым развивают нашу страну. Давайте именно так, как вас много, каждый скажет одно слово в ассоциации Зерзеля. Поехали. Зерзеля – третий дом. Зерзеля – четвертый дом. Зерзеля – это путь к успеху. Зерзеля – это семья. Зерзеля – Мюнчин, Ундама, преподаватель, да? Мюнчин, Екиша. Зерзеля – у Америки, Мюнчин. Давай. Зерделе меньше 5000. Зерделе — это будущее Казахстана. Спасибо большое! И, конечно же, на нем.